Запас топлива в Катанском районе сформирован до середины января 2024 года. Об этом заявил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин. Глава ведомства посетил муниципальное образование по поручению Игоря Кобзева. К отопительному сезону подготовлено 100% жилого фонда, источников тепловой энергии и электрических сетей района. Договоры поставки топлива по зимнику заключены. Финансовые средства предусмотрены. Система электроснабжения работает в штатном режиме. Завершаются работы по подготовке к запуску под постоянную нагрузку ЛЭП в селе под Волошином. Таким образом, жители получат централизованное электроснабжение домов. Запустить объект планируют до конца года.